Яркое событие, объединившее моду, творчество и эмоции. В Черкесске состоялся региональный фестиваль «Модафест». Местные дизайнеры и модельеры представили свои коллекции, а модели продемонстрировали их на подиуме. Альбина Ламкова продолжит тему. Кочеяева Самира, 12 лет, город Черкесск. Номер 9. Горшева Ясмин, 12 лет, город Черкесск. Яркие цвета, смелые силуэты и оригинальные фактуры. Праздник красоты и стиля собрал как профессиональных моделей, так и начинающих фестивалем «Модафест». Участвовали даже малыши. Детьми-моделями действительно остается лишь восхищаться. Я пишу на модный показ. Может, я хочу, чтобы меня показывали по телевизору. Организаторы моды подчеркивают, что каждый ребенок красив по-своему. Нужно только помочь ему в поисках собственного стиля. Особенно помогли в этом деле магазины модной одежды для девчонок и мальчишек, увидев и подчеркнув в каждом его индивидуальность. Местные модельеры в области моделирования дизайна одежды, как этнической, так и современной, также не упустили возможность продемонстрировать свои наряды на показе. Участие в фестивале «Модафест» более 100 человек. Организатор мероприятия – фэшн-агентство «Леди Групп» при содействии Министерства культуры Карачаево-Черкесии, партнерстве Международного союза дизайнеров и Творческого союза художников России. Мода является очень важной частью креативных индустрий, креативной экономики. И у нас в Карачаево-Черкесии здесь мощнейший для этого потенциал. Большое количество цехов, большое количество производителей трикотажной, текстильной продукции. Но наши дизайнеры пока еще ищут своего клиента, ищут себя, представляют первые коллекции. Нам очень приятно, что удалось поддержать такую хорошую инициативу. Впереди у нас следующие шаги. Мы сейчас совместно с нашими коллегами из Министерства промышленности, из Министерства экономического развития подготовим для всех участников этого фестиваля программу развития, потому что сегодня есть мощные меры государственной поддержки. Каждого дизайнера государство готово поддержать. Хочу сказать, для дизайнеров, которые сегодня принимают участие, это первый шаг в следующую категорию дизайнеров. Конечно, хочу сказать, я уже посмотрела. Очень хорошие коллекции, очень хорошие дизайнеры вот здесь. Огромное спасибо Министерству культуры, которое поддержало эту идею. И я надеюсь, что дальше подобные мероприятия в более масштабном формате, учитывая многонациональность нашей республики, у нас очень много талантов. Такие мероприятия будут мотивировать и двигать наших детей вперед. Перед показом предшествовала большая работа, техническая и генеральная репетиция, примерки и постановки. Номер 19. Кагенов Абдульмалик Пятев, город Кисловодск. Фестиваль моды создан для популяризации творчества авторов в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной. Режиссером-постановщиком фестиваля «Модафест» выступила руководитель модельного агентства из Невинномысска Ольга Хавшабова. Показов очень много моделей, очень много нарядов шикарных. Дизайнеры просто талантливые в нашем регионе. Это нужно поддерживать. Огромное спасибо за приглашение, за то, что Министерство культуры Карачаево-Черкесии поддержало этот проект. Это искусство, это эстетика, это красота, это надо нести в жизни, это надо воспитывать в детях, в подростках, в молодежи. И огромное спасибо организатору Эбзеевой Асия за приглашение. Фестиваль моды дал возможность как детям, так и взрослым насладиться красочным шоу, ощутив атмосферу праздника красоты и стиля. Он подарил радость всем участникам, позволив людям раскрыть свой творческий потенциал, насладиться модой и поделиться позитивными эмоциями друг с другом. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.